Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь не просто так, а собрались желающие изучать какие-то массажные технологии, техники, связанные с телом. И, в принципе, мы там делали рассылку буквально за пару дней. У нас в группе появилось около, не помню там сколько, 300-400 человек. Это говорит о том, что, в принципе, эта тема интересна, и людям это нужно. Не все, конечно, среагировали быстро, не все добрались сюда. Кто-то там звонил, ну, по крайней мере, звонили больше, чем тех, кто тут присутствует. Не знаю, почему они именно сейчас нет их, но, может быть, догонят. Давайте знакомиться. Меня зовут Олег Алав Гудвин. Я великий и ужасный, или прекрасный, не знаю, как лучше, популяризатор массажных технологий и других телесно-ориентированных практик. Практически номер один на русскоязычном пространстве в интернете. Сам занимаюсь практикой массажа достаточно давно, более 9 лет, там точно невозможно сказать сколько, потому что там кто начинал, кто продолжал как-то в другом ритме. И дошел до той точки, что пора уже создавать некоторую школу, которую я назвал Академия телесно-ориентированных практик, сокращенно это Альфа-ТОП. Где мы разбираем, практикуем и изучаем в форме вебинаров, семинаров, тренингов всевозможные практики с массажем, например, связанные. Их у меня насчитывается около 33 видов массажей. Кроме этого, все, что связано с телом. Не зря она называется телесно-ориентированной практикой. То есть это и пилинги, и обертывания, и банное парение, и всевозможные там закаливания, моржевания. А также с телом напрямую связано не только наше, как говорят американцы, боди, а какие-то энергетические коконы, точки, чакры, плюс непосредственно наш разум. Работа нашего тела напрямую зависит от работы нашего мозга и подсознания, и сознания. Очень много проблем я сталкиваюсь с теми, с людьми, у которых они психосоматические. Есть такой термин, когда блоки, зажимы в теле перекашивают прямо тело, совершенно вот так из головы выходит, а все из-за того, что где-то в голове сидит блок. Он не в теле, а он в голове перевисит. И бывает такое, что иногда даже, ну вот изучая это всякие техники, не всегда есть прямое воздействие на тело. Можно воздействовать на расстоянии, можно воздействовать, если находится какой-то блок, спазм, в ноге, например, да, там голова. Ну, если кто-то, кстати, хочет попробовать, ложитесь на стол, я сразу буду показывать и демонстрировать. Есть желающие? Нет? Ну, давай я. Он Женя хочет. Ну, давай майку тогда снимай. А, сейчас мы все постелим простынь. Ну, слава богу, хоть простынь. Сейчас я сам плохо подумал. Вот небольшая информация. Логотип вот этой вот компании. Еще я написал несколько книжек, пока вот одна как бы уже публикуется сейчас, «Как заработать на массажных технологиях». Это книга онлайн. Сейчас, подожди. Я уже рекламу снимаюсь. 10%. В принципе, у меня их планируется уже где-то там 3-4 написано. Планируется 26 книжек выпустить. Потихонечку я буду вас спонсировать этой информацией, те, кто заинтересован. Оставляйте свои e-mail, мы сразу благодарны за то, что вы сегодня здесь пришли на наше бесплатное мероприятие. Я вам уже вышлю вот эту книгу в электронном виде. Далее там у нас еще предусмотрены некоторые бонусы, будем потихонечку раздавать. Три. Один из них, да, для тебя, персонально. К массажу мы сейчас перейдем. Хорошо. Я постою. Да, я просто хочу донести до людей то, что на самом деле, почему называется вот это наше сегодняшнее мероприятие, как заработать на массаже. Потому что в качестве бизнеса это достаточно несложный бизнес, вход в него очень простой. Буквально, ну даже вот после своего примера, когда я начинал, достаточно было, ничего не спрашивали, иметь майку, шорты, кому-то что-то я рассказал. Какой-то пошел слух, и я буквально вот брал там флакончик масла, или даже не брал масло, без масла, впрыгивал в квартиру к соседке, опа,
Готов. И все, и начинаем работать. Ну и заработал на повязку, медальон. Нет, это все совершенно другое. И в итоге... Сейчас мы все постелим. Главное не уснуть сейчас. В итоге получается что? И сейчас у меня есть такие клиенты, когда я просто выезжаю к ним на дом, только буквально с собой имею шорты, там некоторые масла, даже без масла. Хозяйка, там женщина, она сама купила специально под меня стол. Она сама накупила всевозможные масла, ароматерапию, там, пилинги и все остальное. Дома есть всегда полотенце, душ. То есть это бизнес такой, когда не надо иметь ничего в качестве там, офиса или что-то такого сложного, что нужно оплачивать. Но вот что мы будем преподавать в этой академии? Во-первых, сразу есть такой тренинг, когда вы за 2 дня можете получить вот эти массажные технологии в качестве навыков в свои руки, и этими руками уже начинать зарабатывать, буквально за 2 дня. Можно это делать в свободном полете, можно открыть какой-нибудь ИП или что-то еще, и через сарафанное радио начинать зарабатывать. Кроме того, мы, в отличие от других школ, предоставляем некоторые помещения, где можно будет трудоустроиться. Те, кто желает, они получают сертификат. Мы выдаем, кстати, сертификаты в этой школе. Сейчас покажу какие-нибудь. Вот так примерно они выглядят. То есть после прохождения тренинга можно сдать экзамен. Это не сразу на тренинг выдается. После экзамена вы получаете сертифицированным специалистом, с которым можете уже трудоустраиваться. Сколько здесь можно заработать? Ну, честно говоря, это дело лично каждого. Как вы сможете определить свою целевую аудиторию, контингент людей, тех, с кем вы будете работать? Потому что суммы здесь тоже очень разные, и они варьируются достаточно широко. Массаж можно делать как бесплатно. Я поначалу тоже начинал достаточно долго, там почти... Ну, год я официально не работал, а так вот. Где-то делал бесплатно, где-то кто-то дал сколько можно. Вообще, есть такая практика у людей, которые занимаются лекарством, лечением, неофициально от классической нашей индустрии медицинской. У них нет такого понятия, сколько нужно заплатить за сеанс. Очень часто бывает, сколько человек принесет, он помощь ему какую-то оказал, столько он и зарабатывает. Кто-то побогаче приносит там $1000. Кто-то победнее, 100 рублей приносит, или там 500, условно говоря. Здесь немножко не так. Поскольку конкретная процедура длится определенное количество времени, то можно ставить тариф по времени или по частям тела можно разбить, тарифицировать свои услуги. Или можно по видам услуг, потому что за одну процедуру можно предложить человеку 3 или даже 4 или 5 видов услуг. Это там какие-то обертывания, и медовый массаж, плюс классический массаж, и плюс мануальная терапия, плюс еще что-то. Люди понимают, что по количеству они набирают достаточно много, и поэтому они готовы за это платить. То есть, как бы комплексный такой подход получается. Ну вот просто покажу некоторые примеры из моих клиентов. Артемий Троицкий 4000 рублей за один сеанс массажа платил. Олег Митяев 3500 за один сеанс массажа. Дмитрий Дюжев 4500 за один сеанс массажа. Почему разная цена? Потому что и в принципе договаривались мы по-разному, и по времени я ставил цену. Для меня, как для получающего результат от клиента в штучном эквиваленте, да, мне не важно, сколько делать массаж, полчаса, 45 минут или даже полтора часа. Да? Но сам клиент понимает, что чем больше, тем круче и тем дороже. Вот, заслуженный учитель России Галина Петровна Азарова 3600, Геннадий Казанов 6500, кто выше, Николай Басков, Баксов, это двойник, это официальный двойник Николая Баскова, 2500 за один сеанс, Валерий Гаркалин 9000 за один сеанс, Леон Аганезов, клавишник-музыкант, вы знаете его, да, 5000 за один сеанс.
Леонардо Миньян Марти, это вообще случайный человек, он из Мексики приезжал сюда, оперный певец. Прям сразу на опере мы с ним познакомились, и сразу же в этот же день я ему сделал массаж. Надо уметь договариваться. Этому я тоже обучаю в этой школе. Владимир Вишневский, это поэт-одностишник. Знаете, такие, по одной строчке там. Ой, однострочник даже как-то. Владимир Жириновский, 10 тысяч платил за сеанс массажа. Ну, честно говоря, как бы выгодный клиент, но я с ним долго не проработал. Морально не выдержал, он меня просто выгнал. Да. Я кто не выдержал, ты моральный или он? Я моральный. Ну, он первый, да. Он первый начал, да. Я дело в том, что не только занимаюсь массажем, я маркетолог, дизайнер, художник, и вот этот вот, что важно, вот этот симбиоз, я соединяю все вместе в этой школе, потому что здесь мы будем проходить не только массажные техники, но и способы заработать, как поставить себя, как выстроить свои маркетинговые позиции, какую рекламу давать. И, в общем, все способы, как можно повышать свою планку заработка. Цена действительно резиновая. То, что приезжают сюда, там, например, из других государств, делают массаж, они ставят маленькую цену, диппингуют, на самом деле, наши услуги для Москвы и москвичей. Но не важно, все равно есть люди, которые готовы платить больше. Кто-то то же самое делает за 500 рублей, я то же самое делаю за 5000 рублей или за 3000 рублей. Это возможно. Кто-то еще остался? Бондарчук. 9000 рублей. Ну, тут как бы вся такая актерская стезя, потому что я тоже хотел стать актером, и поэтому имел раньше такие связи. Вот. Отличие вот этой школы, теперь еще раз повторяю, от других школ.